отмечая свое 50-летие, государь посетил могилу Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе Нижегородского Кремля. Он поклонился земле и сказал: «Вот истинный спаситель Отечества». Патриотический поступок царя-реформатора положил начало всенародному почитанию памяти гражданина Минина. В Нижнем Новгороде состоялся акт национального единства. Правитель России поклонился народу. Этот шаг стал для потомков заветом. Достойно хранить память о гражданском и воинском подвиге предков. Уже в наше время, в 2000 и 2006 годах, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дважды побывал на могиле Кузьмы Минина, возродив патриотическую традицию, установленную императором Петром Великим. Возрождение и развитие этой традиции имеют глубокий смысл. Всем нам нужно сохранять и утверждать память о том, что пусть мы, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, все мы граждане России. Единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим, объединенный духом патриотизма и национальной идеей служения нашему Отечеству. С праздником! С Днем России!